Всем привет! Мы вышли на шопинг на Black Friday с моей подружкой Кейти, ее племянницей Элизочкой. Мы в H&M'е. Какой-то... Я даже не говорю, что грубый, качество какое-то у него такое дубовое. Он, девочка, есть блестящую кофточку убираем. Просто худи, без худи. О, мужскую черненькую. А, это как платье уже идет. Как туника. Я хочу что-то такое спортивное. Все оверсайз, тут большое, прям. Тоже мне нужно. Мы сейчас в Эйри, такой магазин спортивное и нижнего белья. Лизка накупила себе нижнего белья. Вот. Мы это... Сейчас только 8 утра. Мы решили пораньше. Пока не пришли эти террористы с автоматами. Еще тут в прошлый раз, когда еще до пандемии здесь была стрельба. Вот. Но они приходят обычно после обеда, как мы сказали. Ой, такое смеюсь, надеюсь, такого никогда не будет. Вот. Так что сейчас после этого магазина еще куда-нибудь пришли. Магазин называется «Гараж». Тебе такое нравится? Такое качество говняное. Глянь на такой цвет. Ну, качество. Да. Говорит, уже затяжки. Ну, да. Вот эти маечки хорошие. Такие все идут на пальцы. Да? А что, это нарядно считается? Ну, на не нет, какое-то плохое качество. Посмотри, что это? Модно. Не, ну это еще куда не шло. Дорогие, сколько они стоят? 60. Buy one, but get one. За 50%. Мы в American Eagle, но тут 30% скидка, это ни о чем. Худи стоит 60, минус 30% $42, это ни о чем. Хотя бы 50% если бы было, да? Куда ни шло. Так что мы выходим отсюда. Мы зашли еще один магазин. Мы в него никогда не заходили. Лизка, мы в него никогда не заходили, да? Say what? Oh. See. I said we've never been here. We've never... Oh, really? I love this store. This is where I used to get when I was like 150 pounds. This is where I used to get all my jeans. Jeans? Because I was able to fit in this one. Okay, so there's like a small sizes? Yes. Store. That's why I've never been. That's why I've never been here. Bra look. Bra looks big. Oh, that's beautiful. Like. Oh my God! I would hate this. How do you say that? For the other clothes, it's gonna be, you know, like... Yeah! Especially if you have tights or something. You don't even have a hand wash or underwear? Looks good, actually. On the bra. Sorry. See? Hey, Katie. What? How flat you should be to wear this. Пижамки не хочешь посмотреть? 39.50. А я хотела не фланел, а вот такую гладенькую. Нет, некрасивая.
Я думала, типа атласные такие шелк, под шелковистые. Excited about because they're thin. Yeah. Yeah, we have boobs. Yeah, we have. You don't need extra. You don't need it. Oh my god, could you imagine if I did that? I'd be right here, I'd be eating my own boob. From you can also put something. I could set it out there and walk around. Where are you going? Are you going? I said we'll wait for you. You going out? Yeah, we don't look at you. Okay. But no, tell, I don't want your daughter to rush. Okay, don't worry. I just don't. Are you skip? Huh? Do you wanna? I'm okay. No, are you sure? Yeah, I'm sure. Oh, you came running over, so I was like, oh my god. See what you've done to my daughter. She's also anxious around you. Oh, I swear to God, woman. Are you filming me right now? Yes. This woman is crazy. Зашли с Лизой в магазин Pack Sun называется. Тут молодежная одежда. А для Жорика тут нельзя какую-нибудь футболочку купить. Они как-то для девочек тут все. Такая джинсовая. По рубашке. По-моему, это называется шекет. Сейчас, я не знаю. $65. Ну чё? Сейчас, кстати, вот такие популярные. Шекет называется, ага. Да? А раньше было такое название? Это новое что-то. Это, по-моему, новое. Оно смех, со смехом. Угу. Buy one, get one 50. Я думала 50. Ну, это 25% off, если с двух вещей. Да. Не особо-то и скидка. Если buy one, get one free, хотя бы 50%. Ну, в общем, что-то никаких скидок нет сегодня. Обычный день, скидок нет, близко. Так что, нет, но мы походим еще. У нас еще резервейшн в этом. Резервация в кафешке. Посидим в нашей компании, да? А вообще на улице у нас снег, метель. И мы боимся, она еще больше будет, снежный шторм. Сейчас вроде даже не... Нет, идет. Снежный шторм. Так что нам нужно домой попасть в нормальную... как бы погоду и пока светло. Вот. Сухая кожа. Тут у меня сухость, и тут сухость, и здесь сухость кожи. И вот. И поедем домой скоро. I thought he wants you to buy a snowmobile for him. Oh, no! No, God, no. He's got three. Oh. But there's racing ones. He goes, I want you to use that. If you don't want to, he's like, just, this one's only $1,000. I'm like, well, that's actually pretty decent. I said, it's going to have to stay at your house because obviously, all of a sudden, Jake on snowmobile. Oh. Bring it to your husband. Oh, I bought a snowmobile. Yeah, he's going to be like, okay. Do they have boys? Do they have boys? They do. Yes, they have boys. Yep. I need to buy something for Georgie. I don't know what to buy. And for Lisa. Музыка везде играет. Это не хорошо. How the way it smells in here? She doesn't. No. Oh my gosh. Oh really? Yeah. Why? Emma's a good drug. She's me all through and through. It's kind of scary. I trust her.
How much? The price is here a little high, right? $40. Смотрите, это вывеска здесь висит, мы в Холлистере. Написано closing optional, то есть на выбор, вещи снимать или оставлять на выбор после этой черты. California State пляжи. Пляжи Калифорнии. Чё так долго? Лиза меряет штаны. Короткие или нет? О, короткие, Лиза. Посмотри в зеркало. Короткие. Такие штаны должны быть прям... Да, ну, Лиз, ну короткие. А у них нет лон? Ну, на веб-сайт посмотри. Просто знаешь размер, например, который на тебя? Ну, если есть лон, тогда да. А так нет. Лиз, он не хорошо смотрится, когда так коротко. Кейти купила курточку. You don't need this bag. It's just not my thing. What? You don't need this bag? No, I'm gonna give it back to the lady. I love... I think I'm gonna go to the website. You're gonna go where? Website, American Eagle. Oh, okay. And buy this, I don't know. Maybe they will have more sales. Because I like the costume there for Georgie. I don't need the bag. Do you want it back? Yeah, because I stuffed it out. Okay. Мы зашли в Лулу какой-то. Лулу чего-то, да? Lemon. А? Lululemon. Lululemon. Это, оказывается, такие дорогие вещи. Лосины, вон. 79. Ой, 69 последняя скидка. Это просто, ну, говорят, хорошего качества, но $70 за леггинсы спортивные. Как-то... И тут такое все спортивное, да? Дороговато, да. Вы только посмотрите на эти сережки за $18. Это что вообще? Я могу связать намного лучше. Еще и это вообще ужас. Это в дорогом магазине. Это дорогой магазин. А эти грибочки. Это ж вообще за тоже за 18. Да. О, это samples. Samples. Sorry. What is it? Oh, seaweed. I love this kind of crap. Stuff. I shouldn't say crap. I'm so bad, aren't I? The green one is what we usually get. That's the mask of Magnum. Oh, okay. Что это вообще такое? Это мыло разные средства для лица. Что это еще? Katie, what is it? What's what? Mask? It's a mask to put on your face. This formula is self-preserving, meaning it's made with any other synthetic. What is it? What is good about it? It's just as good to, it's almost like a facial. Let me smell. I don't know if it smells good. Where's the seaweed one? I like the seaweed one. Why are these cold? Oh, they have to smell minty. They have to stay in the fridge? Can you have to keep them cold? Can you close you it, please? I mean, you don't have to, but they recommend it. Fresh. You're a pain in the ass. American style. Cup of coffee. Так, идем по этажам. Я еще ничего не купила. Do you sip or are you okay? No, I'm good. We went to the movies with Lisa. When? To, Yes. Disney. The House of Gucci. Did you go see it? Yes, yeah. What did you think? We liked it. Lady Gaga's a good actress, and yes. I think she does a good job. Yeah. Did you see it? I've seen trailers for it. Yeah, it's good. What's your like? Oh, is he the one that plays, He's like... He's in Star Wars? Not a... Yeah. In the movie? Yeah. 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 That's why it's... Rated R. Ew, like it's not attractive.
he's not at all. No. Lisa said he's ugly hot. He's ugly. I said he's not hot at all. No, he just wants to be hot. He makes this, you know. Yes, I got you. He's trying to be, but he's not. Yeah. He's not. I'm saying he's not. Yeah, Lisa says he's not. Так, девочки, мальчики, мы в магазине TJ Maxx. Я вот у Джорику нашла такой пазл голографический, или как он называется, меняющийся. И вот, на подарок хотя бы что-то. Тут куча подарков, конечно. Куча всего. О, Viva La Juicy. А, опять Viva La Juicy. La Fleur. Мне нужно La Fleur. Нет, не то. Не то. Лиза, ты что-нибудь смотришь? Не смотришь? Чего у тебя? Что это? А. Тут то же самое, что и в этом Маршалсе, да? Вот у них бывают классные колечки, получше, чем в Маршалсе. Кошелечек Michael Kors. Сколько стоит? 29. Лизка, хочешь, я тебе маленький кошелечек куплю? Тебе нужен кошелечек? Чтоб везде помещался. Смотри, Michael Kors такой хороший. Так, мы с Лизой уже по кошелькам. Давай я тебе это уже куплю на Новый год. Почему? На Новый год? А. Ну, ты можешь поносить, я куплю. Это подарок будет, поняла? Под елку положу. Kate Spade. 70% скидка. А, так не открывается. Ой, ну вот эта сумочка стоит 480. 70%. А, грубо говоря, 150, 100. Все равно сто с чем-то она будет стоить. Кейти? Кейти? Yeah, I don't like that, but I like this. Oh. See, I'm not sure if I want this one or this one. I'm thinking this one better. I like thicker ones because they're more... I'm thinking the same thing. This was the first one I wanted to begin with. Oh, is it 70%? Plus 25. Plus an extra. Oh. I like this one. Huh? Yeah? Такая классная. Нежненькая. Лиза, выбирай сумку, я тебе куплю. Давай по сумкам, я тебе на Новый год подарю. How much is this? How much is this? $239 plus 25. She's an actress. 54. Oh my god, I might have to get two. I'm gonna buy. I think I need the blue one. That you were just looking at. No, though. Do I look like a blue? I'm more of a pink. Yeah, you're pink. What's this one? I like this. I take this one. Well, we could be twins. Yeah, but I mean, that's a good deal. Lisa, pick the one. Идем там, там тоже 70 и 50. Kitty, there is more. Kitty, there is more. 70 plus 25. Возьми. Ой, голубая красивая, Лиза. Да, да, да. Да, вот это красивая. Это я. А сколько она стоит? 430. Не, нормально. 430. 43,
43 times 3 129, и минус 25 это будет меньше 100. Это хорошо, Люси. Это все weather. Refined grain, ocean fog. Beautiful, Лиза. Тебе такая не нравится, да? Нет, вот это вот красивая. Да. Это как horseback. Вообще-то мне тоже вот это нравится. Такая прям класси, да? Сейчас это красиво. Хорошо, положи, хорошо. А положи кошелек в сумку, голубой в эту сумку, нормально будет? Мне эта сумочка тоже нравится. Похоже, я на сумках потрачу. А, видишь, он будет туго вылезать. Да, нет. Сумку оставляй, кошелек другой возьми. Блин, мне вот это тоже нравится. Что делать? Да, ты знаешь что, может мне вот это не нужна? Хотя мне маленькая тоже нужна, да? Такая. Я еще покажу, поищу. Мне вот это очень нравится. А, все хорошо, да? Окей. Тогда зеленый действительно оставляю. Я черный беру. Да, ничего не забываю. Очень красиво, Лиза, голубая, шикарная. Зеленый оставь, черный мне. Вот эти тоже. Но нет. Это не очень. Ай. Лиска, а рюкзачки тебе не нравятся? Да, нет, давай сейчас еще пересмотрим вот эти сумочки две. Я решу. Лизка, у тебя красиво. Лиза говорит, как будто мы ограбили магазин, поэтому чек держится. Мы купили с Лизой три сумки в Kate Spade и три кошелька. Но, Лиза, так как это половина, то есть сумка и кошелек это подарок, да. Мне все равно нужно покупать подарок. True. Вот уже куплен. Но только я тебе вот дам только на Рождество, до этого. Okay. Я думала, типа, буду в Бингемтон, со мне там он не надо. Да. Так что, потому что раз тебе ничего не нужно, значит, нужно купить тебе типа, что-нибудь такое, хорошее, фэнси, да. Дорогое. А, смотри, какая очередь в этот, в Cheesecake Factory. А мы уже год. Да. Мы сейчас заходим и говорим, что у нас резервейшн. Это очередь, чтобы пожрать. Слушайте, мы так классно скупились в Kate Spade. Дорого? Ну, за три сумки и три кошелька нормально. Да, да. Так что $500. А мы $350 за три сумки и три кошелька заплатили. Смотрите, мы пришли в Cheesecake Factory, и Лиза заказала тако с бобами. I want it spicy. Они spicy? Они как mild. Вот эти spicy? Spicy. А, spicy. Are you jealous? Are you jealous? Maybe a little, because I love black beans, so yeah. Oh, do you? Slightly jealous. It smells good. It does smell delish. I'm jealous because she got fed first. Yeah. Yeah, me too. I know. I even hate him. Sorry. Thank you so much. You're good. Oh, you got the cheese? Thank you. Mm-hmm. I have a little bit of that. Sorry. Katie, why do you have the biggest plate? Because I would like to have leftovers. Thank you. Tonight for dinner. Oh, yes, please. Thank you. This is what I do because the salt shaker hole is not big enough. And nothing ever comes out. You like big holes. Oh! Don't post that. Так, мы в магазине игрушек.
Я хочу посмотреть конструктор для Жорика. Лизка, смотри. Деревянные эти. Ну, катаны. Да, но мы сейчас не поиграем. Сегодня? Katie, did you see them? The train thing right here? No, the wooden. Right here. Oh. Show me some. You want those? Oh, yes. Дурчику, хочу что-нибудь. А вот трейн, смотри. А что он любит? Не знаю. А какие тут, сколько лет здесь? He wants to be an architect. Но тут level 4. 4 из 5. Это для взрослых, да? Может быть. Но я думаю, он бы мог сделать. А поезд? 5. О, oh, it's even more complicated. Doesn't he need no? Машинка, смотри. Yeah. What? I learned that from Rocky IV when they're in Russia. What? When he was choking him and she goes, yet! And I was like, that means no. Нет. Нет. Sorry. Нет. Нет. And yes is da. And you is da. Oh. That's how you say it. Oh, da. Or da. Yes. How many stars? Oh, recommended 14 plus. 4. Давай возьмем какой-нибудь один. Я думаю, ему это понравилось. Да? Красивая. Mm-hmm. 55. What about Jorik vibes? Jorik vibes, да? Jorik vibes. Georgie vibes. Georgie vibes. Ну, красиво, мне нравится этот дирижабл. Да, эти какие-то... Я не думаю, это ему бы не очень. Нет, ну поезд еще. Либо дирижабль, либо поезд. Ну, робот еще может, но робот нет. Я думаю, это был хороший. Apple Music Box тоже его делать можно. Да. Тоже деревянный он. Я могу ему это купить. Потому что это только 25 стоит. Хорошо. А вон Эйфелева башня есть. Или карусель. What are these? You glue it together or something? Yeah, it's like wooden pieces, and you make this. Oh yeah, it says no glue, no battery. You just like it must just fit just right. Mm-hmm. Because he likes to do everything from the cardboard, mm-hmm. cardboard. Mm-hmm. So he cut it out and glue it and everything. Yeah, he's a creator. Это бы ему понравилось. Music box. Maybe. Oh, it's pretty cute. Houses. I like this so much. Okay. Ah, this is wooden. Лизка, вот это тоже классное. Это ты делаешь пазл, но он такой, он каждый пазл, он еще сам из себя что-то представляет, какую-то модельку. Ему взять music box или ферстую? Ну, выбирай. Я не знаю. Это твой сын? А, это мой сын. Твой брат. Он с тобой делится секретиками, что ему нравится. А? Я думаю, ему ферстую больше понравится. Да. Или нет, но он любит этот кот, кто танцует и поет. Я это почему? А то я сейчас... А вот оригами, смотри, какое. Но он уже не любит оригами, он раньше любил. Так, мы забежали быстренько в Бурлингтон. Вот, и я уже нашла вот такие вот сапоги, ботинки. Классные. За 35 кожаные. Вот, поэтому я их сразу беру. Я их даже мерить не буду, если они мне не подойдут. А Лиза будет их носить, она уже сказала. Дала добро. Вот, у нас не один размер, у нее просто уже нога. Боже мой. Так, пробежимся, просто глянем, что тут есть, чего нет. И все. И потом еще в Бессенбаде, наверное, зайдем. И тогда точно все. Тогда пойдем
домой. Пустые вообще тут полки какие-то. Do you see anything? Yeah, this isn't even the right room. Oh, here are the boots. Yeah, what? Like... Oh, do you need the second one? Yeah, like they had it next to this one, but it's not even the same boot. Are they different size? Different. Oh, they are different. And this is an 8. Смотрите, как красиво у нас сегодня выпал снег. Утром мокрый. И оно все так застыло, холодает сейчас. Вот так красиво. Черный, black and white, right? Colors. I changed my video to black and white.